Река Уба – одна из крупнейших водных артерий восточного Казахстана, дочь юго-западного Алтая. Светлые голубые воды, стремительный бег и властный говор являются лучшей метрикой ее царственного альпийского происхождения. Рожденная у отрогов Алтайских гор, эта извилистая река спешит навстречу своему старшему брату Иртышу, чтобы вместе продолжить свой долгий путь к Аби и далее встретиться с Карским морем, одним из самых холодных морей России. Река Карагужиха, от отрогов Убинского хребта, по пути встретившись с сестрами Большая и Малая Карагужиха, спешит таежная речка к месту встречи со старшей сестрой, имя которой Уба. Устье Карагужихи – особое место. Здесь ощущается мощный прилив энергии, вызванный слиянием двух таежных речек, которые с этого места, журча и перешептываясь, извивающиеся лентой, огибая горы и сопки, устремляются вниз, к бассейну Иртыша. Неподалеку от слияния Карагужихи с Убой находится удивительной красоты место, которое без сомнений произведет незабываемое впечатление на путника, впервые побывавшего в этом таежном уголке. Из благ цивилизации здесь лишь расположенные вдоль береговой линии деревянные беседки, встречающие после долгой дороги по-домашнему, с уютом. На ближайшие дни это место станет для меня гостевым домиком, двери которого открыты для всех желающих. Хорошо, когда рядом есть река. Не нужно думать о расходе воды, как это зачастую бывает в горах или в полях, расположенных вдали от источников живительной влаги. Неспроста человек издревле селился близ рек и прочих водоемов, связывая свою хозяйственную деятельность и быт с важнейшим природным ресурсом, дефицита которого, слава богу, мы не испытываем. Дневавшие и ночевавшие в этом месте до меня, надеюсь, добрые люди щедро наградили уютный уголок на берегу Убы горой мусора, явно перепутав мусорный мешок с костровищем. Или же в спешке, собираясь домой, забыли забрать с собой пивные банки, пластиковые бутылки – да прочие неразлагаемые отходы. Вдруг кому пригодится? Те же, кто не захотел делиться своим мусором с другими, бережно припрятали его в тени раскидистого кустарника, разнообразив горки пластика стеклянной тарой из-под горячительных напитков, которые, по всей видимости, принимались внутрь как противовоспалительное средство от укусов кровожадных таежных комаров. На свежем воздухе аппетит такой, что ешь за двоих. Простая незамысловатая пища в виде отварного риса или гречки ценится в такие моменты гораздо выше, чем калорийные блюда из множества ингредиентов, которые создают чувство насыщения лишь на короткий период времени. А тут съел миску гречки и на полдня можешь забыть о еде. Лишь время от времени попивай чаек, чтобы жажду утолить. Закончив трапезу, с нетерпением отправляюсь знакомиться с местностью. Погода в этих местах весьма переменчива. Полчаса назад небо было затянуто тучами, а сейчас начинает выглядывать солнце, припекая макушку. Сворачиваю на выходящую к берегу Убы дорогу, которой частенько пользуются лесозаготовители и заезжие туристы, путешественники. Выходит она аккурат к броду через Убу и далее тянется по противоположному берегу до слияния Убы с Убой Белопорожней, заворачивает направо и тянется вверх по Белопорожней до урочища Старое Белопорожнее, а дальше, петляя горными тропами, уводит к отрогам Тигирецкого хребта.
шаг за шагом, наслаждаясь окружающими видами и восхваляя Создателя за возможность лицезреть красоту природы, вдыхать ароматы тайги, приближаюсь к поселку, с которым довелось мне познакомиться в этой поездке. От поселка меня отделяет река Карагужиха. Но, судя по рельефу местности, когда-то и на этой стороне реки стояли дома, жили люди. С годами волна урбанизации наполнила города людьми, создав закономерный отток населения из глубинок. Природа же вернула свои права на некогда заселенные человеком земли, и спустя много лет непосвященному человеку даже в голову не придет мысль о том, что эти края были густо заселены людьми, нашедшими свое пристанище вдали от цивилизации и больших городов. Спускаюсь к каменистому берегу Карагужихи, журчащие воды которой манят вечерней прохладой. Пересекаю таежную речку вброд. За небольшой земляной насыпью, поросшей кустами и мелкими березами, вижу равнинный участок, на котором расположен поселок Карагужиха. Стоя в тени молодых березок, вспоминаю, как этот таежный уголок, подобно таинственной Гипербореи, манил к себе на протяжении долгих лет. Вдоль и поперек излазил я эти места по картам и снимкам из космоса, а сегодня созерцаю вживую. Много мыслей посещает мою голову, но все они нисколько не отягощают разум. Напротив, чувствуется легкость, спокойствие и уверенность. Знакомство с обителью, долгие годы живших здесь староверов, чуть позже приведет меня к пониманию многих вещей. Легко заплутать современному человеку на жизненном пути, распутать клубок и найти свой путь, бывает порой не под силу. В этот момент ты либо поддаешься искушению, либо же тебя, как тонущего и захлебнувшегося младенца, за ворот рубахи вытаскивает чья-то сильная рука. В жизни каждого из нас таких моментов можно насчитать не один десяток. Тонул не единожды и я, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Слава Богу, всякий раз меня вытаскивала из пучины чья-то сильная рука, а я обретал нечто новое и ценное, что становилось частью меня, моей жизни, дарованной мне много лет назад родителями. Шел к завершению очередной день. Небо вновь затянуло тяжелыми облаками. В воздухе чувствовался запах приближающегося дождя. Ловлю себя на мысли, что перестал думать о делах и заботах, которые не отпускают в городе и которые по большей части являются выдуманными нами самими. Непонятно только, для чего. На смену же пришли отодвигаемые на второй план мысли о семье, о родных и близких людях, по которым скучаешь, находясь вдали. Посылаю в их адрес добрые слова и воспоминания. Все встает на свои места и обретает смысл. Будто заботливая хозяйка вымыла окна в доме, позволив солнечному свету заполнить комнату и дав возможность четче разглядеть то, что находится за окошком, снаружи. В конечном счете расстояния, нас разделяющие, не важны и не страшны. Ведь любящие сердца связаны духом единым, для которого не существует мирских единиц измерения, таких как километры и часы. Любящие души и сердца всегда рядом, где бы ни находились мы физически. Очень важно уметь отделять зерна от плевел, чтобы не стать поневоле заложником материальных вещей, созданных человеком. Отсутствие сотовой связи часто выдается за отсутствие связи с родными и близкими. На деле же зачеркнутый значок антенны в нашем телефоне, подталкивающий к мыслям о родных, говорит лишь о том, что иная связь, которую мы не замечаем, гораздо сильнее той, что передается по вышкам сотовой связи. Успокаивающе и умиротворенно о чем-то рассказывала мне Уба-река. Молча вторила ей зеленая пышная тайга. В воздухе витала пьянящая свежесть. С благодарностью думал я о сегодняшнем, уже не новом дне, о новых встречах и знакомствах. Мысленно желал доброй ночи семье, родителям, родным и близким, не завершая, но заканчивая очередную страничку летописи жизни, великому дару, ниспосланному нам свыше.
Thank you.